наша страна подверглась нападению, варварскому нападению, абсолютно необоснованному ни с какой точки зрения. Убивают мирных людей и разрушают наши города. Поэтому, на мой взгляд, любой тот человек, который сегодня хоть как-то поощряет эту агрессию, а это, на мой взгляд, есть какое-то, в том числе и поощрение агрессии, если не противостоять, этот человек поступает абсолютно неправильно. Этот человек стоит на стороне сегодня агрессора и, как я уже сказал, поощряет эту несправедливую захватническую войну со стороны Российской Федерации.